Ну что, друзья, матч-реванш Брюс Ли против Карлоса Кондит. В прошлый раз я проиграл этому бойцу. И мне нужно взять реванш во что бы то ни стало. Я очень сильно уступаю ему по весу, по росту. И мне нужно быть аккуратней. Жалко, конечно, что тот парень, который сейчас со мной играет, он слушает стрим, а он понимает, что я буду действовать тактику, какую изберу. Было бы лучше, наверное, если бы не было так. Поехали. Да нет, лоу-киками не буду я отрабатывать, это бесполезно, как показала практика. Я не должен подходить к нему слишком близко, мне надо на дистанции работать. Короткими ударами, с ноги там, раз, два, попал, отошел. Тут нельзя в мясо вступать. Вот так вот. Оу! Оу, хорошо! Уже дыхалка пробита, кстати. Неплохо все идет, на мой взгляд. Хотя у меня и больше проблем с головой. Молодец, стамину бережет. Блин. У меня уже большие проблемы с головой. Нужно немножко перебздеть, так сказать. Оу! Давай! Все, до свидания. На тебе. In your face. Реванш состоялся, друзья, в первом раунде. До свидания. Да, Трэвис Браун сейчас будет. Скажите мне только, в какой весовой категории Трэвис Браун? Mm-hmm.